Чем удобрить рассаду перцев и томатов? Вырастить вкусные, сочные, ароматные перцы и томаты на одном лишь поливе не получится. Надо использовать удобрения для стимуляции роста и развития рассады, а затем ее преобразования во взрослые кусты с полноценными плодами. Особенность выращивания рассады перцев и томатов в том, что для них подходят аналогичные методы удобрения. Чем удобрить рассаду перцев и томатов? На каком этапе и как это сделать? Вы узнаете в сегодняшней аудиостатье. Как подкармливать рассаду перцев и томатов? На этапе выращивания рассады подкормки проводятся умеренно. Перенасыщение питательными веществами может не повлечь серьезных последствий, но все-таки свести на нет усилия по проращиванию семян перцев и томатов. Золотое правило подкормки. Лучше немного не докормить, чем перенасытить. Регулярные подкормки выигрывают перед обильными и перенасыщенными размерами и смесями перцев и томатов. При нормальном развитии, если не замечаются погрешности, подкормки должны лишь стимулировать ветвление и наращивание листов. Когда удобрять рассаду перцев и томатов? Первая подкормка рассады перцев и томатов проводится после пикировки. Как только рассада перцев и томатов рассаживается по отдельным емкостям, нужно простимулировать ее развитие. Частота подкормок – один раз в 10-15 дней после первой процедуры удобрения. После первой подкормки рассады перцев и томатов после пикировки следует еще 2-3 по необходимости до самой посадки подросших растений в открытый грунт. Чем подкормить рассаду перцев и томатов? Подкормка рассады в основном осуществляется на основе минеральных удобрений. В первый раз подкормить можно 1 граммом калия, 0,5 селитра аммиачная, 3 грамма суперфосфат, которые смешаны на основе 1 литра отстоянной воды. Следующие подкормки рассады перцев и томатов также можно проводить на основе этих же компонентов, увеличивая концентрацию в 2 раза или используя специальные покупные растворы. Народные рецепты подкормки рассады: 10 капель йода, 1 грамм калия, 1,5 грамма фосфора, 1 ведро воды. Использовать только теплую воду, поливать рассаду по 1 разу в неделю, избегать попадания на листья. Питательные удобрения для рассады перцев и томатов. Первая подкормка через 2 недели с момента пикировки. Вариант номер 1. 1,5 грамма калийной соли, 0,5 грамма мочевины, 4 грамма суперфосфата. Вариант номер 2. 4 грамма суперфосфата, 2 грамма серно-кислого калия, 0,6 грамма аммиачной селитры. Вторая подкормка. Использовать 1 столовую ложку мочевины, разведенную в 10 литрах воды. Третья подкормка. 1 столовая ложка нитрофоски на 1 литр воды. Следующие удобрения рассады перцев и томатов проводятся по мере необходимости. Например, если рассада не развивается или необходимо, лучше укрепить ее перед посадкой в открытом грунте. Внекорневые подкормки рассады перцев и томатов не менее эффективны. Для их приготовления можно использовать раствор суперфосфата 1 столовая ложка на 1 литр воды, который настаивают сутки, затем доводят до объема в 10 литров с помощью чистой воды, заливают в пульверизатор и распыляют по листьям рассады. Теперь вы знаете, чем и когда удобрять томаты и перцы, чтобы они лучше росли и развивались. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудиостатью. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал и переходите на сайт TrueNature Info. Читайте статьи, комментируйте и делитесь со своими друзьями.